Юбилейный год продолжается. Продолжается на нашем телеканале и столичный фотопроект «550 кадров». Новые лица, удивительные судьбы, незабываемые истории людей и города Чебоксары. Участником проекта может стать каждый. Подробности в нашем сюжете. Ну, эта фотография для меня памятна. Когда мне купили первую школьную форму для первого класса, конец августа 61 года. Я в 61 году в школу пошел. И поехали похвастаться бабушке, дедушке моей формой. Эта фотография, как и многие другие, уникальна. Их приносят нам жители. В 60-е годы по Волге бойко сновали баржи, теплоходы, трамвайчики и другие речные суда. Местные маршруты были очень востребованными. Почему называли местным? Потому что эти пароходы, курсирующие от Чебоксар до Казани, они заходили в каждую маленькую пристань. А нашей пристани была эта Курей. А на этом месте, где сейчас расположен Покровско-Татьянинский собор, в 1976 году был пустырь. Лишь кое-где стояли дома. Ну вот теперь, значит, мы восхищаемся этой церковью. Сюда приходит народ и по праздникам, и по будням. В общем, никогда не пустует. И очень прекрасный хор поет в этой церкви. Только две истории из жизни нашего города. Оставить след в летописи и стать героем рубрики может каждый. Если у вас есть старые снимки на фоне нашего любимого города, интересные истории, которые связаны с этими фотографиями, мы ждем вас по адресу проспект Ленина, 15, в редакции национального телевидения. Самые яркие истории покажут в нашем эфире. Ольга Алексеева, Павел Рядков, Республика.